Всем привет, с вами Прия. Сегодня речь пойдет не о талантах воина, как вы могли подумать с первого взгляда, да? Речь пойдет о измененном достижении на полеты. Очень много людей писало мне на стриме и в личку в игре по типу того, что вот, иди посмотри достижение, там теперь почти ничего не нужно на полеты. Ну, типа да, вы были правы, все верно абсолютно. Теперь с целью того, чтобы взять полеты, получить достижение первопроходца расколовых островов, часть 2. Интересно, что там засунут в третью, четвертую, если она, конечно, будет. Ну да ладно, это уже такие размышления наперед. Ачивы порезали. Раньше, когда мы заходили на ПТР-версию Легиона в обновлении 7.2, там нужно было 5 достижений сделать. Одно из них, и оно осталось, это первопроходец расколовых островов, часть 1. То есть это там все изучить, все сделать, там выполнить кампанию оплота класса, прочие различные элементы, там репутацию прокачать, квестики поделать различные. Вот. Второе достижение, как и осталось, это исследовать все области расколотого берега, новой локации, которая открылась в обновлении 7.2, где мы можем выполнять локальные задания и качать репутацию с армией погибели легиона, которая нужна нам в качестве почтения для открытия наших полетов. Все-таки. А те достижения, которые были удалены, это проникновение в гробницу. Это достижение осталось, конечно же, но суть теперь заключается в том, то, что это достижение не нужно для полетов. Далее, если рассмотреть еще маленько так достижений, то выпили такое достижение, как защита всех локаций от атак легиона. Что-то типа такого. То есть теперь не нужно защищать 4 локации. Ну, то есть раньше нужно было отбить атаку легиона с Асуны, Вальшары, Крутогорья, Штормхейма. Я сделал 2 атаки, я успел их сделать. В принципе, и вы можете успеть, и вы можете сделать это достижение и получать различные осколочки пустоты, прочие награды, силу артефакта. Но теперь это не обязательно для полетов. То есть теперь что нам только нужно? Нам нужно почтение с армией погибели легиона. Если у вас есть желание раскачать эту фракцию, то ну что я могу вам дать в плане советов? Не знаю, там делайте локальные задания, делайте задания со своего оплота, надеясь на то, что вам прокнет баджик на репутацию с этой фракцией. Что еще можно сказать? Не знаю, за собор вечной этой ночи, может быть, дают репутацию, да? Возможно. Всякое бывает. Осваивайте, как говорится, новый контент. Надейтесь, ждите, верьте. Полеты скоро будут. У меня, ну, не знаю, типа у меня 6200 репутаций из 12000. Осталось всего лишь чуть-чуть на самом деле. Ну, я думаю, к выходным я раскачаю. Да. Как говорится, всех вам благ, счастья, здоровья и до скорого. Ну и легендарок побольше, конечно же, как без этого.